звенит та самая легендарная соколовская гитара. Внутри, на нижней деке, пожелтевшая от времени этикетка. Мастер Краснощеков. На конце старинный ЕР. Чуть ниже 1827 год. Сергей Орехов играет импровизации на темы русских романсов и песен. Николай Семенов рассказывает о себе и о гитарах из своего собрания. Родился я в Таборе, и сколько помню себя, столько помню и гитару. Особый интерес к ней появился у меня благодаря встрече и знакомству с замечательным человеком Николаем Николаевичем Кручининым, блестящий гитарист и собиратель цыганского фольклора. Кстати, наследство от Николая Николаевича мне досталась удивительная гитара нашего старейшего мастера Краснощекова. Собственно, с этой гитары все и началось. У каждой гитары своя история и свой характер. Славятся гитары мастеров трех школ – венской, испанской, русской. Инструменты всех этих трех школ представлены в моем собрании. Гитара венской школы. Внутри гитары два сверкающих металлических стержня. Вероятно, в них секрет сильного звонкого звучания. На этих же стержнях выбиты короны, латинский шрифт. Шерцер, Вена, 1853 год. Гитара Штауфера, также представителя венской школы мастеров. Инструмент тяжелее обычного. У него низкий густой тембр. По силе звучания он, пожалуй, не уступит арфе. Мы специально выбрали один из этюдов Джулиани, чтобы продемонстрировать звучание шестиструнной испанской гитары мастера Пареса. Thank you.
особо хочется сказать о мастерах русской школы. Ими сделано немало прекраснейших инструментов. Вот одна из гитар мастера Бурова. Два грифа, 12 струн. Изумительно звучит эта гитара. Thank you.